вообще-то мирные договора – это такие тексты, которые получаются при работе над ними обеих сторон. Это консенсусные какие-то договора, которые решаются, кто-то уступает один раз что-то, другой уступает еще чего-то, приходит к какому-то соглашению, его заключают. Тут это договор, на котором настаивает Азербайджанцы, с тем, чтобы карабахская проблема была записана в каком-то виде, как внутреннее дело Азербайджана. Это шаг к выводу миротворцев. Вот чего добиваются они. Если карабахская проблема – это внутреннее дело Азербайджана, то зачем там нужны миротворцы? Ну, мало ли в Азербайджане нацменьшинств. Вот талыши есть, лезгины есть, русские есть, я не знаю. Там же везде не стоят миротворцы какие-нибудь. Вот это главная цель.